как и все предыдущие часы, начнем с обзора материалов, из которых изготовлены данные часы. Значит, корпус металл, впереди стекло, браслет нержавеющая сталь. Значит, есть вот такая вот застежка. Полностью часы упакованы во все виды всевозможных пленочек защитных. Спереди также была пленка, я ее снял. Значит, по функциям часов. У часов присутствуют часы, дата и номер недели. При первом нажатии, значит, мы получаем время. В данный момент 3 часа 44 минуты. Значит, первая колонка отвечает за часы, то есть 12 лет индикаторов показывают часы. Если время перешло на послеполудня, соответственно, вот тут вот горит индикатор PM. Вторая колонка отмечает за каждый индикатор, является это 5 минут. И последняя колонка, нижняя, отвечает за минуту. То есть у нас получается первая 12-часовой, вторая у нас идет отметка по 5 минут и, соответственно, по минуте. Следующее нажатие у нас идет индикатор даты, соответственно, первый месяц, 25 число. Следующее нажатие у нас идет неделя, ВК. Соответственно, тут отмечена неделя. Вот, в данный момент перещелкнулось на 3 часа 45 минут. Значит, есть также функция корректировки, как работает часов. То есть мы нажимаем на индикатор времени и зажимаем нижнюю кнопку. Все, начинает мигать. При следующих нажатиях у нас происходит изменение в часах. Также далее в минутах происходит. Вот, добавляется 1 минута, 2, 3, 4. И при следующем происходит скачок вверх, 5 и так далее. При следующем нажатии, соответственно, происходит корректировка даты. То есть мы меняем 2 месяц, 3, 4. Ну и дата, соответственно, 25. 26, 27, 28, 30. Ну и, соответственно, все сначала. Все. А, и неделя. Корректировка происходит. Все. То есть задерживаем, подтверждаем. Переходим в режим обычного времени. Значит, также у часов присутствует такая функция, как полное выключение их. Нажимаем время и нажимаем верхнюю кнопку. Все, часы выключены. Теперь при нажатии кнопок часы не включены. Чтобы их включить, необходимо ее сажать верхнюю кнопку. Часы активируются. Ну, это нужно, если, допустим, вы не хотите, чтобы часы в данный момент, вы их там, допустим, не носите, просто положили, чтобы они у вас не тратили электроэнергию. Какие плюсы в данных часах по сравнению с другими похожими моделями LED часов? Ну, во-первых, у них все отметки LED индикаторов, также присутствует подсветка именно цифры, которая в данный момент включена. То есть, если у нас горит 6 часов, индикатор на 6-часовом, то, соответственно, горит цифра 0,6, что очень удобно в темноте. Не нужно будет там быстро пытаться их пересчитать, сколько сейчас часов. Также с минутами, также со всем остальным. Часы водонепроницаемые, 5 атмосфер заявлено. Но я это еще не проверял. Я думаю, что после какого-то времени, как я поношу, скорее всего, я сделаю обзор и скажу, насколько вообще хватит батарейки при активном использовании. Ну и, соответственно, по всем плюсам и минусам данных часов. Часы очень необычные. В моей коллекции такие впервые. Рекомендую. Все. Всем спасибо. Всем пока.